Уникальное предложение сегодняшнего дня – это возможность преобразить пространство всего лишь за час. Блоки интерьерного покрытия вензеля выглядят не необыкновенно роскошно, а самое удивительное, что не нужно подготавливать стены для того, чтобы их преобразить. Вам не нужно вызывать мастеров, целую бригаду ремонтников, которые разведут грязь в вашем доме. Вам нужно только заказать интерьерный блок вензеля, а это на минуточку 5 квадратных метров преображенного пространства. Цена только сегодня 2999 рублей, те, кто хочет оплатить картой, цена 2849 рублей. Итак, что же мы сейчас видим? Авторские блоки интерьерного покрытия, которые эксклюзивно, то есть разработанные они были и произведены специально для вас. Только для тех, кто смотрит наши прямые эфиры. Это без стресса, без нервов, без проблем и конфликтов. Преображение любой комнаты вашего дома. Посмотрите, это может быть гостиная, это может быть спальня. Ну, мало ли, может быть, у вас есть бильярдная. Это может быть балкон, это может быть зимний сад, но это может быть... слушайте, ну такая королевская, может быть, и детская комната для взрослого ребенка. Но мы сейчас с вами любуемся черным цветом. У нас есть белый цвет. Посмотрите, как черный выполняет роль панелей и прекрасно сочетается с белым. У нас также есть изумрудный. И вот он, изумрудный в моих руках. Очень легкие. Вот здесь, внимание, 10 листов, размер каждого 68 на 69 сантиметров. И, внимание, вот он, пожалуйста, бежевый, восхитительный вензель, белый, самый светлый оттенок с золотым вензелем, уникальная фактура, изумрудный, очень интересный цвет, знаете, такой сизо-серый. Ну и, наконец, черный, который я рекомендовала выбирать в качестве отделки. Как вы будете действовать? Какая бы у вас ни была, прости господи, обшарпанная стена, что бы на ней ни было до того, как вы решите использовать интерьерные блоки вензеля, вы сможете преобразить пространство в считанное мгновение по принципу детской наклейки. Вы снимаете защитный слой, приклеиваете интерьерный блок вензеля, и все готово. Вы делаете это самостоятельно. Итак, давайте приступим. Да, то что, знаете, говорить можно все что угодно. Давайте сейчас рассмотрим. Видите, здесь есть вот такой металлизированный слой, который позволяет, знаете, достичь еще эффекта теплоизоляции. Не только звукоизоляции и амортизации, а теплоизоляции. Ну и посмотрите, вот так вы будете... Без подготовки стены. Кстати, обратите внимание, какая у меня стена. Посмотрите, что здесь. Она вся вот такая, видите, пористая, фактурная. Если бы нужно было клеить обои, ее бы нужно было чистить, ее бы нужно было штукатурить, нужно было бы эти гвозди отсюда доставать. Блок интерьерного покрытия вензеля – это совершенно другая история. Это возможность преображения пространства в считанные мгновения. Вы просто прикладываете к стене благодаря своей уникальной фактуре. Посмотрите, имитирует как будто бы плиточную кладку. Видите, между большой квадрат, да, 69 на 68, делится еще на 4 квадрата. Давайте рассмотрим эти чудесные вензеля. То есть они не только здесь рисунок, здесь еще и фактура, которая позволяет амортизировать прекрасно этим стенам. Если вы захотите, ну, в гостиной, в столовой, в детской комнате, почему нет? Почему нет? Приучайте ребенка к роскоши с малых лет. Давайте сейчас посмотрим, как выглядят эти блоки интерьерного покрытия вензеля в интерьере. Ну, цветы. В данном случае мы видим на кухне цветы. Милый, очаровательный стиль викторианской эпохи. Да, наивный, романтичный. Но это стиль барокко. Я бы сказала, ну, такая неоклассика. Необыкновенно популярна. Белый цвет сейчас вы видите. Да, вот, вот посмотрите, какая великолепная фактура, которая позволяет придать объем пространству. Белый цвет всем очень нравится, потому что белый цвет расширяет пространство, придает интерьеру особенное роскошное звучание. Итак, давайте же продолжим нашу восхитительную историю. И точно так же, как мы это сделали первый раз, вот так вот
аккуратненько мы присоединяем еще одну часть. В наборе у вас 10 таких листов, которые позволят преобразить, внимание, 5 квадратных метров стены. Я вот хочу сказать, что интересуюсь сейчас ремонтом, и ремонтные бригады предлагают отремонтировать 1 квадратный метр, будь то стены, ну, 1 квадратный метр площади, да, за 18 тысяч рублей. Москвичи знают, да, какие цены на ремонт в Москве. То есть если у вас квартира, предположим, 40 квадратных метров, то нужно умножить на 18. Это только работа без материалов, без мебели, без техники. Это только работа. А здесь, посмотрите, 5 квадратных метров за 2999 рублей. Цена действует только сегодня. Финальное появление интерьерных блоков вензеля в 2022 году. И великолепный вариант для первой покупки. Посмотрите, ОСБ-плиты, как это у меня было, металл, плитка, краска, дерево, бетон. Любые поверхности могут быть. И их не нужно подготавливать каким-то особенным образом. Услуги того же самого штукатура – это дорогое удовольствие. Да и вообще, мы сравниваем с обоями, но мне кажется, что некорректно сравнивать эти блоки с обоями. Почему? Потому что обои – это бумага. Ну, есть разные, может быть, варианты. Вот давайте посмотрим. Вы заказываете уже не только вензеля, белый цвет. Смотрите, это то, что я использую сейчас. Вензель у нас есть бежевый, вот таких два светлых оттенка, белый, бежевый, белый золотой вензель, бежевый такой бронзовый вензель, изумрудный, единственный дизайн, который мы представляем в ярком варианте с золотым вензелем, и, наконец, контрастный черный, который подойдет для отделки. Цена только сегодня 2999 рублей. Не упустите этот шанс, подумайте сейчас, что бы вы хотели преобразить. 5 квадратных метров всего за 2999 рублей. На мой взгляд, это настоящая удача. Ремонт за час без нервотрепки, без приглашения специалистов, без грязи. А по принципу детской наклейки отклеили защитный слой, и все готово. Звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите слева на экране, и преображайте пространство, и радуйтесь жизни.